Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. А сегодня я буду с вами делиться новым гаджетом. Реально, реально работающим. Слушайте, сейчас весна, может быть, кому-то понадобится. Я не говорю про большие насосы. Те, кто, допустим, если вам где-то нужно воду откачать. Но если у вас вот так вот, как у меня, не так много воды, то у меня, смотрите, какая фигня. Смотрите, вообще работает на батарейках, вообще током ни разу не убьет. Лёшка, спасибо тебе, реально работает. Вот смотрите, я прям вам из одного ведра сейчас покажу, как оно качает. Пусть оно не так быстро, а мне быстро и не надо. А зачем нам быстро? Куда же нам торопиться? Смотрите, реально качает. Слушайте, я просто не могла с вами не поделиться. Смотрите, какая красота. Тут даже можно ведра не носить наверх. Можно просто, у меня ведер много, из одного ведра в другое переливать. Опять-таки фитнес. Да. Поэтому, если где-то у вас чего-то... Ну, водичка, конечно, должна быть чистая, прозрачная. А если, ну, если она у вас мутноватая, то я бы вам порекомендовала на краешек примотать кусочек марли. На резиночку, чтобы никакие не, ну, маленькие фракции, чтобы туда не попадали, чтобы он, понятно, что он такой легенький, что он не справится. Слушайте, ребята, прям огонь. Представляете? Вот я с вами болтаю, он качает. И главное, электричество даже не нужно. Две пальчиковых батарейки. Красота! Вот. Вот видите, чем я сегодня развлекаюсь. Лёшка, спасибо тебе огромное. Ой, всех целую, обнимаю. Всем пока.